Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру The Messenger. Так, что у нас здесь? Ага, нам нужно, значит, попасть вниз. Понял, отметку вижу. Ага, а здесь, по-моему... Тихо ты, скелетик. Мы здесь, ребята, не сможем, да. Нам нужно сюда уже прийти нам нужно сюда прийти в обличии из прошлого. Поэтому, ребят, давайте, наверное, на паузе я быстренько сбегаю, поменяю время и уже опять здесь с вами встретимся. Но мне кажется, что камушек лучше сейчас подобрать, чем потом. Поэтому, ребятушки, давайте-ка мы, наверное, за ним и отправимся. Так, тихо, огнеплюи. Так, ребята, замечательно. Ну что же, ой, елки-палки, блин. Как же мне тут... Ага, воздушные потоки. Значит, нам нужно, ребята, как-то... Блин. Это очень хреново, ребят, на самом деле. Но деваться некуда. Будем рисковать. Фу, собрались с духом. Тихо. Оп. Почти. Есть. Ну что, ребята. Печать силы моя. Так, замечательно. Ну что, теперь пойдемте. Уже тут осталось совсем недалеко. Дойдем до того, до нашего места, куда нас не пускали. Так, замечательно. И будем уже, как говорится, двигаться дальше к отметке. Так, пыхтуны, успокойтесь, пожалуйста. Вы мне тут не нравитесь. Хопа, хоп. Ёлки-палки, я прям как истинный, ребята, ниндзю... Ой, тихо. Как истинный ниндзюцу, ребят, прохожу здесь. Так, нам нужно в самый низ. Погоди. Я просто боюсь, может, там внизу... Нет, тут все у нас тихо и ровненько. Замечательно. Так, ну что, вот оно, ребята, практически это место. Откуда я начал игру. Сейчас мы с вами туда попадем, и все будет хорошо. О, как раз и сохранение. Но... А я вам о чем и говорил, ребята, видите? Так, нифига. Хорошо, что нам не нужен кислород, да, ребят? Ха-ха. Слушай, довольно глубокая такая пещера. Так, а где музыка? О, ребят, вы слышите? Не, погоди-ка, не та музыка-то. Секунду. Так. Во. Усиливается музыка. Так, а где еще? Тут надо прислушаться, ребят. По-моему, не сюда. Во, слышите? Короче, тут нужно на звук плыть. Так, по-моему... Погоди-ка. Вниз нужно, да, ребята? Так, а здесь куда? Подожди, тут вообще исчезло. Во, вниз. Опять вниз, как-то странно. Слушай, мы вообще... Какой-то лабиринт здесь. Во-во-во-во. Тихо. Нет, вниз надо. Да елки-то палки. Я не слышу, ребята, музыки. А, во-во-во-во. Сюда, что ли? Слушайте, по-моему, мы с вами заблудились, нет? Погоди-ка. Ага. Черт, и... Я надеюсь, я правильно хоть делаю это все. Так, где звук? Так, исчезает. Погоди-ка, не здесь. Ага, вот сюда, понял. Так, где? Во, вниз? Да, вниз надо, ребят. Ух ты! Да неужели? Так, ну музыка, смотрите, слышите, да? Так, что такое? Сохранение. Ничего себе, это мы куда это с вами попали? Какая-то новая местность, ребята, знаете, как будто вот подводное какое-то царство, я не знаю, замок подводный. Ох ты, что здесь? Портал, ребятушки, портал родной наш открылся.
Я что, сюда шел для того, чтобы открыть пар... Оу, елки-палки, затонувшие святилище. Так, а что здесь? Запертые врата излучают странную энергию. В двух гнездах, похоже, не хватает украшений. Ага. Так, понял, ребята, сюда надо что-то воткнуть. Это, короче, святилище, ребята, затонувшее. Вот, о, камушки. Давайте, давайте, обязательно будем все это собирать. Так, ну здесь тупик. Тут у нас тупик получается, да? Значит, нам нужно идти обратно. Слушайте, подождите секунду, а куда же нам тогда с вами идти? Блин, музыка прикольная вообще. Так, давай, наверное, пойдем вниз для начала. Посмотрим, ребят. Ага, поменяли время. Слушайте, интересно, как узнать, правильно я иду или нет? Ой, блин, я думал, что там нет стены. Так, ну что, давай тогда... Ага, вниз, вниз мне не попасть, ребят, а тут... Тут шипы. Зашибись, да? И как я, интересно, здесь должен пройти? Ладно, давай-ка попробуем тогда немножечко по-другому. У нас еще вот с этой стороны есть. Давай попробуем сюда пойти. Ага. Так, секунду. Опа. Блин, а как тут пройти-то? Я не смогу, ребята, здесь вообще никаким макаром пройти. Представляете, по шипам идти. Так, ладно. Какой еще есть вариант? Есть, ага, есть вариант наверх нам с вами попасть. А как мне туда допрыгнуть-то, эй? А, вот, все, понял. Ну что же, так, сохранение, это хорошо. Смотрите, ребята, новые какие-то враги. Черт подери. Трезубцами, блин, бросаются, а? Да елки-палки. На, получил. Но не ватный зато. Так, хорошо. Так, что у нас тут? Ага, прессовня. Сейчас, ребята, побежим. Тут очень опасно. Главное, чтобы нас не задавило. Отлично. Так, здесь нет прохода. Ну что, жаба, получи свое. Так, у нас, смотрите, ребята, изменение времени. Давайте, наверное, поменяем. Ага, вода. Ну, в воде нам, согласитесь, здесь лучше как-то. Так, значит, там проплыть не получится. Надо вон, наверх, под потолок надо, наверное, ребята, вставать. В эту вот, в нишку. Вот здесь. Все, отлично. Хорошо. Так. Блин, тут смотрите, ребята, что дальше-то идет. Ага, пробивать должен, ребят. Смотрите, видите? Вот здесь. Давай. Отлично, успели. Так, хорошо, идем. Блин. Внизу-то что творится, смотрите. И эти еще тут своими трезубцами стреляют. Нам деваться некуда, ребят, надо пробовать. Но это все надо очень быстро сделать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой. Успел, я, главное, успел, ребят. И здоровье хорошо, что у меня есть. То есть я не погиб сразу. Так, теперь нам нужно опять так же и вот на правую сторону успеть. Е-е-е-е. Ниндзюцы, елки-палки. Так, еще, кстати, впереди, ребята, у нас печать силы будет. О, как круто. Так, ну что, будем, наверное, бежать. Погнали. Да елки-палки, ты, черепаха, ты вот вовремя так появляешься. Ага, здесь, значит, вот так надо делать. Ребята, сейчас побежим. Нам надо еще успеть на тот-то не наткнуться. Смотрите, здесь-то мы сейчас успеем. А вот тут-то как быть, эй. А, все, вниз, вниз. Е-е-е. Вот как раз еще здоровье себе здесь подправим. Это хорошо, это радует, ребят. Так, ну что, тут все. Ой, тихо. Ух. Это хорошо, ребята, что у нас не стенка это, а просто звездочка. Была бы стенка, нас бы просто сейчас бы придавило бы и убило бы. Раздавило бы. И пришлось бы нам все заново бежать. Но так как здесь просто мы получаем урон. Так, а что здесь? А, понял, ребят, смотрите, вон там он. Вот здесь нужно присесть. Хе-хе-хе. Неплохо, недурно. Опачки.
сохранение. Я думаю, нам не стоит туда идти. У нас впереди печать силы. Так. Да ты достал уже со своими трезубцами. Так, тут-то как нам сделать, ребят? Смотрите. Ага. Нам нужно в воду попадать. И направо, да? Да, в воду и направо. Да елки ты палки. Отлично, успел. Так, здесь шипы у нас. Платформа с шипами. Подожди секунду, ребят, я не могу понять сейчас. Погнали. Дайте здоровье. Нет, здоровье нам не дают. Короче, здесь... Ну, здесь можно и так пройти, ребят. Не обязательно здесь передышку делать, да? Изменение времени. А зачем? Здесь тупиковая комната, ребят, но мы можем поменять время. То есть будущее, да? Ха. И... Понял, ребята, вот тут наверху у нас проход открылся. Ага, здесь у нас и как раз та самая печать силы. Слушайте, ну здесь... Ага, хотел сказать легко. Так, я что-то не могу немножко понять, как они тут... Так, сюда, сюда, сюда. Успели. А, ну дальше все, ребят, все легко. Вот здесь мы идем, спрыгиваем, и вот она печать. Хе-хе! Как конфетку у ребенка отобрать. Замечательно, ребят. Так, теперь... Ага, а обратно нам придется таким же... Нет, мы здесь можем пробежать. Вот здесь. Оп. Я думал, что нам придется опять там все идти это, но нет. Так, здесь мы все с вами сделали. Выход только один, ребята. Опять идти туда, откуда мы пришли. Опять по воде. Гулять по воде, да? Давайте вот так вот сейчас она пройдет. Так будет безопасней. Так. Опять этот там с трёхзубцем. Ну, мы, в принципе, можем, ребят, сюда всплыть. Вот так вот. Ёлки-палки, ты посмотри. С двух сторон два пресса таких. И там еще. Ладно. Я попытаюсь. Успел. Успел, ребята. Так, ну это мы обязательно, обязательно. Ой. Слушайте, я вот все время никак не могу привыкнуть, что они могут простреливать, да? Понимаете ли, через вот эти вот стены. А я не могу. Так, ребят, надо как-то всплывать, блин. Сейчас, 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 погнали. Нормуль. Идем пока отлично с вами. Так, ну у нас тут еще очень много этажей, так что, ребята, жаба, отойди отсюда. Так, тут у нас звездочки. Блин, и этот еще со своими трезубцами. О, он промазал. Это нам только на руку. Блин, а тот нет. Тот по нам зазвездярил. Хорошо. Ну что, давайте его, наверное, наказывать. Да. Слушайте, а как тут быть? Так, ладно, предположим, мы идем сюда. Ага, надо следовать вот так и меняем время. Так, а что теперь? Получается, нам нужно просто по стенам, что ли, ползти, да? Выходит так, ребят. Да иди ты, ты достал уже со своими этими... Со своими трезубцами. Опа, опа, опачки. Ты смотри, тут такие маленькие эти... Вот надо вот ему было попасть, гаду, а? Так, это что? Ребята, у нас там... У нас что-то тут такое, смотрите, вон. Внизу, непонятно, это что? А ну-ка. Ты получаешь таби легкого шага. Теперь ты можешь бегать по поверхностям жидкости, удерживая клавишу РТ. Только не останавливайся. Ага. Только не останавливайся, ребят, я не знаю. Перелететь если только. Оу, было больно. Слушай, ну здесь-то мне не перелететь. Подожди. Как понять, я могу бегать по жидкостям? Ну давай проверим, ребят. Поэкспериментируем. Я что-то сомневаюсь маленько. Как мне... Я даже не могу стоять на воде. А, там было... Да-да-да, там было написано «Только не останавливайся». Ну что, поехали? Попробуем. Ой-о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 й. Боязно.
Слушайте, ребят, действительно работает. Представляете? Работает! Так, а это значит что? Что я могу... Так, по-моему, здесь у нас, да? Надо было бежать там по воде. Или нет? Сейчас посмотрим. Да-да-да, именно здесь, смотрите-ка. Вот оно то местечко, где нужно бежать по воде. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин, опс. Да я, елки, прям вот настоящий ниндзя. Легкий шаг у меня. Видите, мне пофиг, я бегу просто по воде. Классно. Ого, а тут-то? Так-т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 ак. Чик, отлично, ребят. Блин, ну вот это вот, конечно, молодцы. Молодцы, придумали просто великолепно. Вот эти вот всякие штучки, заморочки. По воде бегать, там еще что-нибудь. Так, да хорош ты уже выделывается мне здесь. Так, изменяем время. И... Да ладно, вы хотите сказать, что я должен сейчас бежать по воде вот под этими прессами? Вы что, серьезно, что ли? Угу, понятно. Так, секунду, ребят, погнали. Вот тебе и прибежали. Ну что ж, давай попробуем еще разок. Так, 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 вроде идем, 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 идем. Есть! О, ребята, да. Так, а здесь-то, блин, здесь колдуна еще. Не хватало нам этого. Ай! Ладно, побежали нафиг. Мы бежим, да, и валим этих всех олухов. Е. Так, тут-то что? Да, тут ерунда, ребят. Нам всего лишь тут. А мы можем пробежать попробовать, да? Ну-ка. Эть, не получилось маленько. Тут можно хоть пробежать, хоть проплыть, но я почему-то хочу пробежать. Ой-йоу. Да, здесь. Здесь придется вот так вот. Так, опять этот с трезубцем засранец сама. Да успокойся ты, пожалуйста. Хоть нервируй. Кстати, трезубец можно, ребята, было сюрикеном подбить, оказывается. Воу-воу-воу-воу, а, ну это духи. Это ерунда для нас. Давненько, кстати, я их не видел, этих духов-то. Так, что мы здесь делаем? Пробегаем просто-напросто, и все, ребят. Думать тут не о чем. Так. Так, и... Вот так. Замечательно. Так, здесь пробивать надо, да? Опять меняем время. Ой, тихо-тихо, чуть было на шипы не попал, ребят. И что же это? А, все, понял. У нас открылся проход. Ладно, ребят, давайте аккуратненько с вами. Вот так. Слушай, а тут шипы. Тут надо предельно осторожно быть, ребят. Так. Ну, мы же с вами... Истинные бойцы, нам ничего не страшно. Поэтому мы и проходим все замечательно. Опачки. Так, смотрим. Куда нам с вами нужно? Туда или сюда? Я вот, я даже не знаю, ребят. Давайте посмотрим вот здесь для начала. Успокойся ты уже, а. А там печать силы у нас находится с той стороны. Давайте, наверное, за печатью сходим для начала. Потому что там, я так понимаю, будет тупиковая комната. И успеем, лишь бы успеть, ребят. Так, вот сейчас вот постараемся. Если что, у нас здесь все равно, ребята, сохранение. Ну давай, ты давай. Успели. Здравствуйте, приплыли, блин. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут как-то... Тут все очень плохо. Но мы держимся, ребят. Ай. Оплошал малька. Да, и поплатился за это. Ну ладно, у нас там сохранение недалеко. Давайте, ребят, тогда мы, наверное, сходим с вами вон в ту сторону. Давайте. Погнали. Так. Отлично. Если что, вернемся потом за этим камушком, за печатью силы. Так, нормуль. Так, внизу шипы, ладно, фиг с ним. Чувак, на шипы сам прыгает. Ну ладно.
пока хорошо все. Вниз. Нам нужно спуститься вниз и посмотреть. Ага, изменение времени. А для чего нам здесь, ребята, менять время? Ой. Фу, я просто думал, что там по этой стенке можно двигаться. Нельзя было двигаться по ней. Перемещаться. Слушайте, зачем нам вот это... Ай! Зачем нам вот так вот все усложнили? Так, здесь, по-моему, нам перекрыли путь. Как-то немножко странно все. Ладно, ребят, давайте мы посмотрим с вами, что же... А, мы можем наверх. Видите, что у нас тут? Тихо! Ой-ой-ой-ой, это плохо, ребят. Это эти жуки, которые там по стенкам ползают. Именно они стреляют по нам. Ну что, надо будет нам как-то вот на эти... Черт подери! Я опять, как всегда, попался. Видите, ребята, по этим стенкам нельзя ползать. Нельзя. А я не увидел и хотел зацепиться и попал на шипы. Ладно, ребят, давайте пойдем сюда. Сходим сюда. Придется бежать, ребят, нам по воде. Фиг ли сделаешь. Будем очень аккуратненько с вами. Может быть, у нас все получится. Еще вода, видите, нас сталкивает. Я не могу стоять на месте и спокойно тут обдумывать план действий. Поехали. Так. Здоровья мало очень. А вот уж кукиш. Так, тихо. Блин. А вот, ребята, и камень, печать силы. Главное, что я его подобрал. Все-таки. Теперь что? Теперь, наверное, наверх. Дайте мне, пожалуйста, здоровье. У меня очень мало энергии. Всю растратил. Ага, спасибо большое. Так, куда нам? Ага, ну полюбасу сюда. Ну что, теперь, я так понимаю, здесь нам делать нечего. Нам вот остается идти только в левую сторону, ребята. И допроходить там, что у нас не получилось. Опять эти жуки сейчас будут там стреляться по нам. Погоди-ка, стреляться. Нам еще нужно поменять с вами время. Хотя посмотрим, может быть, и не надо ничего менять, да, ребят? А не поменявши мы, по-моему, не перейдем. Не сможем. Да, видите, наверху тупик. Поэтому нам придется, ребята, как ни крути, вот заныривать. А, не, вот здесь вот мы сейчас пропрыгаем. Так, так. Тихо ты. Да ниндзя, ядрен батон, ну что ты делаешь-то? Ну, зачем ты так вот выпендриваешься? Я не понимаю вот этого вот. Перед кем? Все, ребят, теперь мы с вами направляемся наверх. Вот, видите, у нас здесь открылось, правда, шипы, но это... Тихо, тихо. Отлично. Зато вот здесь почему-то у нас, видите, перекрылось. Ну ладно, это уже как бы совсем другая история. Нас это сейчас волновать не должно. Так, здесь жуки будут. Где они? Вон, они уже стреляют, ребят. Они уже палят со всех щелей, блин. Мне нужно попадать... Блин, опять... Опять на те же самые, ребята, грабли. Два раза. Так, вот они, видите, по стенкам ползают и не дают мне спокойно тут. Тихо, тихо, тихо. Есть, хотя бы одним меньше стало. Так, что дальше у нас? Все, я понял, ребят, нам нужно наверх идти. Вот здесь. Угу. Все правильно получается, ребят. Так, да успокойся ты со своими этими трезубцами. Достали вот на самом деле. Давай мы вот здесь вот забомбим. Забомбили. Наверх, наверх. Ого. Сейф, да? Сохранение. Так, что это тут у нас? Так, погоди-ка, ребята, у нас тут... Что это такое вообще? Ты получаешь лунный гребень. Может быть, он имеет какое-то отношение к запертой двери с двумя пустыми гнездами в затонувшем святилище. Ага, все, я понял. Мы с вами нашли одну из реликвий. Так, нам нужно сразу двигаться. Блин, тут еще столько ходов. Можно вниз вот сходить, видите, ребята? Можно сходить на левую сторону, потом вниз. Ну, давай сходим... Хотя,
А, ладно, ребята, пойдемте, наверное, все-таки вот налево сходим с вами. Прогуляемся, посмотрим. Туда, если что, мы сходим в любое время. Так, что у нас тут? Ага. Даже вот так. Это мы вернулись к началу. Угу, понял. Открыли нам ворота. Так, во. Лунный гребень на месте, но второе гнездо пока пустое. Ха-ха, я, кажется, понял, ребят. Нам нужно вот сюда теперь. Мы с вами можем же бегать по воде. Так? Так. А тут как раз у нас... А вот оно что, видите? Помните, мы сюда с вами забегали тогда? Я еще говорил, да как тут не пролететь? Но пролететь нельзя, зато можно пробежать. Так, сохранимся. Что ж такое? Так, тихонько. Так, понятно. Ну, здесь все легко. В общем, мне кажется, что в этой стороне мы с вами найдем вторую, ребята, половинку недостающую, которую нам нужно, чтобы активировать ворота. Так, тихонько, я рискую, ребят. Ай-яй-яй, не поплывем и так. Мало здоровья очень. Так, секунду, а тут тупик. Погоди-ка, а зачем так они сделали? Ха-ха. Придется плыть. Ой, ребята, ой, рискуем. Так, давайте торпедкой, оп. Блин, если этот по мне попадет, ребят, будет плохо очень. У меня очень мало здоровья, поэтому... Ага, вон, ребята, изменение времени, все. Нормулька, живем. Сейчас я как раз могу с вами попасть туда. Да-да-да. Именно сюда. Оп, а, это лифт. Ой, тихо. Так, надо, блин, как-нибудь одного убить. Е. Да, в принципе, и того можно было бы как-то, да? Ну, попробуем, может быть. Пока у нас мостик здесь ездит. На шипы, главное, не попасть. Попал, нет, я вот не пойму, попал, не попал. Ну, а теперь просто едем. И, ребят, наверное, будем просто приседать, чтобы не попасть на шипы. Ай, опять появился. Вот так вот и надо было сразу же делать. Все легко и просто. Вот тебе и просто. Здесь-то что еще? Понятно, мне нужно в самый низ сесть в укромное местечко, да? И там, как говорится... А вообще-то не обязательно. Вообще-то придется, ребят, потому что я, боюсь, не успею. Вот так вот, безопаснее всего. Так, ладно. Пробивать надо, да? Нужно пробивать. Погоди-ка, мне как-то надо... Я не могу, ребят, сейчас, секунду. Во. Вот так вот. Ага, и должна быть засуха, я так понимаю, чтобы мы внизу смогли... Погоди-ка, а как мы тут... Что-то немножко не то сделал я, во. Ну, видите, засуха. Пробиваем и, естественно, продвигаемся с вами дальше. Погоди-ка, дальше, а нам... Нам придется опять, по-моему... Нам придется, по-моему, ребята, возвращаться и опять заполнить здесь все водой. Так ведь? И да, именно так. Поэтому возвращаемся сюда. Пыхтун, как же ты меня запарил, вот честно скажу. Ну вот, видите, теперь мы спокойно здесь переплываем и запрыгиваем, куда нам нужно. Да отойди ты. О, собачки. Ну, у меня по здоровью нормуль, так что могу себе позволить здесь побаловать. Сохранение. Там у нас
житухи. А куда мне нужно, ребята? Мне можно пройти что налево, что направо. Как говорится, куда захочу, туда и пойду. Давай вначале вот сюда. Погоди-ка, ага. Тихонько бежим. Мышь летучая, ну тебя только не хватало здесь. Будет мешаться мне. Теперь наверх. Наверх, наверх, опять мышь. Давай мы ее здесь, ребят, сейчас вот шваркнем. Вот так вот. Теперь можно бежать. Надеюсь, я правильно выбрал путь, ребят, потому что не хотелось бы возвращаться мне обратно, если мы с вами ошиблись. Так, отлично, ведьмы, ведьмы летят. А, здесь печать силы. Понятно. Ну что ж, тогда мы с вами не зря сюда бежали. Вот, закольцованность. То есть нам в любом случае придется идти теперь в направлении в другом. Так, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. А где же мы с вами сохранились-то, я уже не помню. А, так мы немножко просто не добежали с вами. Ну ладно, тогда еще простительно. В общем, как ни крути, нам придется здесь, ребята, плавать с вами. Так, мыши опять летучие. Ни одна их штука здесь. Оп. Проплываем. Ага. Нормуль, все хорошо. Ой, я их не увидел даже, эти шипы. Ребят, тихо, тихо. Тут, короче, течение, и оно нас вот как раз направляет на эти шипы. Надо быть аккуратно. Да ёпрасоте. Ну, главное, здоровье. Восполнили себе все. Теперь надо прыгать на стены. Ой. Так, выбор, выбор. Отлично. А нам здесь делать нечего, ребят. Опачки. Смотрите, что я нашел. Ха-ха. Ты получаешь солнечный гребень. Может быть, он имеет какое-то отношение к запертой двери? Понятно. Он имеет отношение, ребят, поверьте мне. Причем капитальное отношение он имеет. Давай-ка мы отсюда выползем. Я так понимаю, что эта дверь сейчас должна открыться. Еее. Дверь куда? В святилище? В хранилище? Сейчас узнаем. Опа. Добро пожаловать, искатель приключений. Ты, должно быть, устал. Позволь священной энергии этого места исцелить твои раны и укрепить твой дух. Мы находим похвальным все, чего тебе удалось добиться собственными силами. Что это за место? Это святилище, как и его история, сейчас играет совсем незначительную роль. Воистину трагическая судьба постигла этот мир. Много миллионов лет назад мы были его хранителями. А вы боги? Кто-то мог бы сказать и так. С каждым поколением корни мудрости становились все более и более далеки. Люди начали принимать свою безопасность как должное и отодвинули веру в сторону. Лишившись почитателей, мы стали медленно терять силы. До потопа твой мир был ярким зрелищем. А затем, по воле судьбы, мощное проклятие накрыло единственный оставшийся участок суши. Хранителями? Как давно это было? Подробности нашей истории вряд ли будут понятны жителям Павшего мира. Павшего мира? Твоего мира. Его связь со звездами давно разорвана. Становясь все более беспомощными перед лицом неизбежного рока, мы кристаллизировали последние крупицы нашей энергии, чтобы, когда придет время, они упрочили последнюю надежду человечества. И эта последняя надежда — ты, гонец.
С самого дня твоего рождения мы наблюдали за тобой. А сейчас прими наш последний подарок миру. Опа, что нам подарят? Ноту. Ну, я, честно говоря, рассчитывал немножко на другое. Ну, ладно, нота нам тоже, в принципе, пригодится. Ты получаешь ключ любви. Эта нота была оставлена здесь с давно забытыми богами, с тем, чтобы быть найденной в час великой нужды, и оно понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Да, ребята, как раз она-то мне и нужна. И их еще очень много нужно. Ага, ворота закрываются. Давайте тогда мы с вами здесь да обследуем все, что не успели. Давайте-ка посмотрим. Да, я вижу местечко одно вот наверху есть. Можно, в принципе, туда попробовать добраться. Побежали, ребята. Да, я думаю, что это будет правильный путь. Мы сразу сюда, потом поднимаемся наверх. Ну и, в принципе, как говорится, будем уже в уцели. Так, отлично. Погоди-ка секунду. А, тут же пресс. Да-да-да. Надо быть аккуратненьким, чтобы не попасться под него. Хорошо. Угу. Последний марш-бросок у нас здесь. Заполняем водой все это дело. Отлично. Красота. Слушайте, я надеюсь, я не зря туда такой путь делают, а елки-палки, то зазря сейчас. Ой! Ну нарочно просто-напросто не придумаешь. Надо быть... Пора, пора, ребята. Так, ну идите отсюда, жабонята мелкие. Надоели уже. Ой, секунду, а нам что? Здесь придется, ребята, время изменять. Да, как ни крути, чтобы... Епарсете, второй раз... Попадаюсь на эту ловушку. Сейчас, секунду. Погнали, погнали, погнали. Оп. Вот у нас как раз изменение времени. Ну да, в принципе, все нормуль. Нам остается только лишь подняться наверх и посмотреть, что же там у нас лежит. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Опа. Не тут-то было, меня тут не поймаешь так легко и просто. Что-то я не могу понять, нам что, не здесь надо? Нам нужно... Странно как-то, да? Да отойди ты, мешаешь только. Вот с этой стороны, походу, надо с водопада, ага. Ой, и ради вот этого... Не знаю, что-то внутри, конечно, меня подсказывало, что вот здесь будет. Ну ладно, осколки тоже пригодятся, фиг с ним. Где у нас ближайший с вами... Портал. Внизу. Внизу и вправо. В принципе, что туда, нам без разницы, ребят. Будем с вами сохраняться. Тихо. Будем с вами сохраняться. Ой. Что-то немножко у нас не то, ребят. Как-то пошло все. Надо было изменить время, ладно? Эть! Подожди, зачем я это делаю сейчас? Вот, нам уже нужно как было все раньше, иначе я там не пройду. Просто у нас перекрыт будет путь. Да где же эта сохранялка-то, а, у нас? Так, пыхтуны, вы достали уже в самом деле. Ё-моё, вот надо было приземлиться именно на него. Да что ж такое, что... Каждый плевок, каждый этот. Ну вот, ребята, у нас и сохранение. Давайте-ка мы с вами, наверное, узнаем. А, нам же еще ноту нужно отдать, точно. Сейчас мы отдадим с вами ноту и узнаем следующее задание. Сколько нам еще нот нужно, а? Еще три. Еще три ноты нужно будет найти. В
принципе, мы с вами уже где-то около. Ну, давай следующее задание. Там, где жар плавит как камни, так и путников, крошечное существо парализовал страх. Кстати, я понял, что это за загадка. Мы с вами и видели маленького, как его назвать-то, человечка этого, который у нас где-то, по-моему, в лаве там находится. Но тогда мы туда не смогли добежать. Вот он. И это у нас в горячих скалах. В общем, держим путь с вами в горячие скалы. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.